На кадрах четко видно, как много снега лежит на крыше общежития. А в выходные потеплело, и город вновь накрыла метель. Похоже, что кровля просто не выдержала такого количества мокрого снега и частично обрушилась. К счастью, повреждения были лишь материальные. Вовремя эвакуированные студенты не пострадали. 21 февраля 2022 года в 9:30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в городе Нефтекамск по улице Ленина произошло частичное обрушение двухскатной кровли из профнастила общежития, принадлежащего Нефтекамскому педагогическому колледжу. Площадь поврежденной кровли составляет 210 квадратных метров. Потолочное покрытие не повреждено. Общая площадь кровли 924 квадратных метра. Погибших и травмированных нет. Из здания персоналом объекта эвакуировано 40 человек. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. По словам директора педагогического колледжа, ремонтно-восстановительные работы начали уже после обеда, но ясно, что это потребует времени. Поэтому студентов перевели на дистанционное обучение, так как находиться в здании сейчас опасно. О том, что же все-таки стало причиной обвала, скопления осадков или ненадежность кровли, еще предстоит выяснить. Управление гражданской защиты от комментариев отказалось, сославшись на занятость другими делами. Свою проверку организовала прокуратура Нефтекамска. Карина Анисимова, Азат Давлетшин, Ильгиз Миниханов. Информационная программа «Время новостей».